По статистике мы живем один раз. И день, прожитый назад, не воротишь. Все мы в этом мире с кратким рабочим визитом. Человек живет совсем недолго, несколько десятков лет и зим, каждый день отмеривая строго сердцем человеческим своим. Льются реки, плещут волны солнца, облака, похожи на ягнят. Травы, шелестящие от ветра, полчищами поймы полонят, вспыхивают и сгорают маки. Истлевает до черна трава. Но в вечных книгах маленькие знаки собраны в бессмертные слова. Да, господа, чему нас учат вечные книги? Библейский царь Соломон, он же Экклезиаст, перепробовав все виды жизненных удовольствий, пришел к выводу, что все суета-сует, «Эвель хавелим верута руах» – томление духа и погоня за ветром. Но лишь одно оправдывает существование человека на земле. «Вераити ки эйн тов ля адам тахат ашемеш» – «Увидел я, что нет ничего лучшего под солнцем, чем веселиться и делать доброе в жизни твоей».